Жду гостей. Только что была Татьяна, одна из зрительниц, она делала покупки. Ну, как и есть у меня такие тоже зрительницы, которые делают покупки, собирается там их несколько, и они уже тогда приезжают и забирают там, когда уже определенное количество, ну, уже сумочка такая хорошая накапливается, то они приезжают и забирают, или я отправляю им доставкой. Вот, и она приезжала, Татьяна привезла, смотрите, мне молочко цельное, посередине, то есть это такое свое молоко, видимо, фермерское какое-то. И привезла мне, посмотрите, какая клубника крупная, огромнейшая, лоточек целый. Лоточек вот этих ягод, как же они называются? Голубика, да? И дары Кавказа конфеты здесь собраны различные. Будем пить. Чаи, короче, как раз заварил. Сейчас девчонок буду угощать. Вот, купил эти вкусности здесь тоже. Сами у нас тут готовят рядышком. Вы видите, в новой тарелочке, которую недавно купил, царскую. Порежу, чтобы каждому по кусочку было. Очень вкусные, с ягодами тоже. Ну и, конечно же, с конфетами. Здесь еще конфеты лежат у меня из Германии. Девчонок буду угощать. Ну, такие дела. Пошел ягодки мыть, а то девчонки сейчас придут. Чай уже заварил. Варил в этом зеленом чайничке своем. Кружечки всем синенькие приготовил. Пошел мыть ягоды. Аромат. Вот уже и ягодки помыл, поставил. Жду, что-то они задерживаются, девчонки. Девчонки пришли, и Света Очень говорит, ты где взял? вкусно. А Жду. я ее назвал этим голубикой, да, а это же малость. Это жимолость, это очень полезная ягода, она вкусная. Она для сердечной мышцы, она вообще очень А, полезная. да? Ну Да. вот. Она говорит, Ваня, у тебя же на канале там говорят все, кто в Москве живет, Ваня, принесите Ване эти витамины. Вот она и принесла. Она еще принесла молоко. А Нелли мы? съемки ведет. Да. А мы опять по старой схеме сулугуни, помидоры А, и да. хлеб. У них тут рецепт определенный. Они приходят в гости, приносят Да, это, и мы потому что делаем. В сейчас общем, климатические, вкусно. да. Да, мы сейчас уже и готовыми Вот, вам покажем. смотрите, да. Вот такой волшебный прямо из печи хлеб. Мы его сейчас красиво порежем, все пропорции геометрических. Вот. Девочки и мальчики, это Света. Свету вы знаете. Здесь еще и Нелли у нас теперь входит в гости. Кстати, Света вернулась сюда ко мне и сняла квартиру здесь, Рядом. в Ну моем как же, от районе. Вани далеко я не могу уйти, потому что я должна быть рядом с этой красотой. Да и ни к чему это. А какое платье на Свете сегодня? И хочу еще сказать, что она взяла то платье желтенькое Желтая, себе тоже. да, я оставила его Она себе. там блистала в нем везде и повсюду. И... Да вы что, оно произвело фурор на этом гала-ужине, на том мероприятии. Все мужчины и женщины, они не могли удерживаться даже от этих Я комплиментов. видел, как ты там махала хвостами, крутилась, вертелась. Да и Нелли там блистала. Нелли, ты сегодня споешь нам немножко тут? На итальянском или А, ну на как русском? хочешь, давай, или дельтаплан чуть-чуть. Споем, Зрителям покажем. споем. Кстати, вот споем. ты очень поспособствовал тому, чтобы вот Неля все-таки решилась на этот Да. шаг и спела. Тебе огромная благодарность. Мне очень большую уверенность дал и мое платье, которое мне любезно Да. предоставил Иван Рыбников. И я чувствовала себя просто, Королевой. скажем так, в кассу, я бы так сказала, когда репертуар соответствует вот твоему Да. образу, имиджу, это очень важно, вот это вот соответствие. А у меня смотрела моя подруга, вот Элла Австралия, у нее 700 тысяч подписчиков, и она говорит, Вань, я ей выслал тебя, где ты поешь. Она говорит, вот она же видела, эти платья идут по подиуму. Это, говорит, одна история. А когда поет человек в этом платье, это Да, раскрывается да. платье совсем Очень, по-другому. да. И она тоже сказала, она говорит, прям помогло ей выступать. Вот так она Да, сказала. да, 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 да. Потому что вот это вот ощущение, вот это просто так раз, и все, и диафрагма уже открылась, и голос, лейся, песня. А народ как там все глазел, смотрели и фоткали, и все, да. У нас, директор наш, директор Евгений Петрович Фомин, он живет в Санкт-Петербурге. У нас в основном категория военные, полковники, понятно. Сейчас они все бизнесмены, министры, это логично. Бывшие министры там Да. тоже.
И он говорит, я когда зашел в зал, увидел этих дам, у меня, говорит, челюсть вот так, да. Мы когда зашли, он стоял, там что-то, какую-то речь говорил. И он аж онемел. Потом, ну, такие дамы тут пришли красивые, конечно же, я не могу. Я хочу сказать, был урок. Евгений Петрович себя тоже не обидел, потому что он всегда говорит, сотрудники – это всегда лицо директора. Вот. Поэтому самый красивый на вечере был Евгений Петрович Фомин. Даже он себя не похвалишь. В вашем лице, да. Да? Да, 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 все понятно. Ну что ж, соловья баснями не кормит, идемте делать бутерброды и пить чай. Давайте, кушать будем вкуснятина. Сулугуни готовы. Девочки-мальчики, сделали мы уже эти бутярики? Да, сулугуни на хачапури, на лепешку, которая из тандыра. Чуть-чуть погреть, он оплавляется, сверху помидорка. В соли, соли. Это великолепно. Это просто палитра вкусов. Одним словом, наслаждение. Да. А еще такой великолепный чай. Из таких стаканчиков, это не стаканчик, чашечки. Это чашечки, антикварные, винтажные. Это винтаж. Это придает особенный вкус. Шарм. Да, и шарм, это энергетика, а я это чувствую, это я чувствую себя просто императрицей. На приеме. Да. Свет, мне так нравится это платье на тебе, прям просто изюминка. А между прочим, мы сами его шили. Да? Да. Очень удачно. Красота. Тебе прям вообще, хоть сейчас к президенту. Я готова. Любому причем президенту. Девочки, мальчики, я вам говорил, что Нелли у нас поет. И мы хотим вам продемонстрировать, хочу, чтобы Нелли представила, с чем она занимается, чтобы немножко о ней знали. Ой, даже так неожиданно на самом деле. Иван меня представил, что я там супер-мега-певица. На самом деле я физик-химик. И я работаю в сфере финансового консалтинга. А еще у меня есть прекрасное хобби. Я профессиональный астролог. Много лет работала в брачном агентстве с Испанией. Более 10 лет. И сейчас я консультирую крупных бизнесменов. А это интересная тема тоже. Да, мне это очень-очень нравится. Потому что когда-то я... 12 лет назад с этим столкнулась, у меня, в принципе, все. Даже очень странно, что ты сама туда не уехала, вот не нашла жениха. А, за границу? Да. Да я там уже пожила. А, нет, ты вернулась. На самом деле все обстоятельства сложились так, что с пандемией просто самым наилучшим местом для того, чтобы пережить этот не самый простой период для всех, конечно, я вернулась в родные пенаты. Вот тогда еще было. Вот. Ты... А недавно, совершенно случайно, в декабре месяце, это правда так сложились обстоятельства, это было не запланировано, меня пригласили в качестве переводчика на Мальдивы, там группа психотерапевтов, сия Руси, и переводчик заболел. И первое, кого они там вспомнили, ну, в ближайшем окружении, что я так за 2 дня улетела. Что и говоришь, что просто так ничего не бывает. И потом, естественно, я попала под раздачу этих супер-бизнесменов, бизнес-тренеров. Но я вообще к ним очень скептична, я вам сразу говорю, потому что обычно я смотрю на них, думаю, господи, вам бы самим по 2, по 3 психотерапевта. Но все-таки одна женщина чудесная. Ну, кстати, она просто инженер, по большому счету. И был запрос, там у всех были такие интересные истории, как выйти на другое качество уровня жизни, да, то есть в финансовом плане, вообще в реализации, почувствовать себя, вот как ты живешь полной, яркой жизнью. И однажды просто мы вышли из кафе, было так не очень весело, и я такая смотрю, парень с гитарой, я у него такая хрясь ее, а я в школе играл на гитаре. И я взяла эту гитару и давай песни петь. Сейчас, говорю, будет Russian songs, русские частушки. И давай, все ребята говорят на перебой, тра-ля-ля. И Надя, психотерапевт, бизнес-тренер, говорит, Нелли, тебе нужно петь, тебе нужна сцена. Я такая, да. В общем, я поклялась на этих Мальдивах, что я спою песню на огромную аудиторию. На следующем месте я полетела на конгресс, годовой аудит у нас в Турции проходил. Мне было очень страшно, но я впервые спела песню
на русском языке, потому что каждая страна, она обычно свои таланты демонстрирует. Дагестан у нас прекрасно танцует, македонцы тоже прекрасные ребята, они просто хорошие люди. И я спела песню из фильма «31 июня». Ну вот это вот. Всегда быть вместе не могут люди, всегда быть рядом не могут люди. Нельзя земной любви, земной пылать без конца. Скажи, зачем же тогда мы любим? Скажи, зачем мы друг друга любим, считая дни, сжигая сердца. Ну, в общем, мне было, конечно, очень страшно, но я это сделала, и вы не поверите, на этом симпозиуме оказался директор киностудии «Фавора Фильм». Он за мной побежал, я-то не знала. Ну, такой возрастной дедушка уже. Ой, мне так понравилось, как вы поете, у вас, говорит, нотки, как у Надежды Румянцевой. Я еще думаю, кто такая Надежда Румянцева, потом у мамы спрашивают в России. Она говорит, так это который заяц-то? Ну погоди, заяц, ты слышишь? Слышу, слышу! Ну это есть, да. Вот. Ну и в «Девчата» главная роль. А, да, это тоже, да, она? Она же, по-моему, если я не путаю. А? Она вроде бы, если я не путаю. Вот. И потом, естественно, сейчас у нас в Москве состоялся очередной семинар, ну такого среднего масштаба. И я решила тоже спеть на итальянском песенку. Мне нравится итальянский язык. Mi piace molto bene italiana lingua, musica, ecco la cucina. Ничего на итальянском, да? Ваня хитрый, он на меня накормил. Теперь я вот отрабатываю песни, пою на камеру. А что, я люблю тоже. Ты поел, тебя ничего не отвлекает, потому что желудок часто отвлекает. А теперь работай. На самом деле я... Очень волнуюсь, как бы, ну это нормально. А я не вижу этого, что ты волнуешься, и голос очень прекрасный, да? Между прочим. Угу. Ну, мне на самом деле, это почему я эту песню выбрала, потому что это песня о великой итальянской астрологине Марии, которой есть средство una ricetta per allegria, то есть рецепт для радости, рецепт от ревности, и она говорит про возможности, там есть такой текст, non una lira per ovarei, когда мужчина даже не имеет денег, но у него есть желание порадовать свою любимую женщину, купить ей и небо, и звезды, и луну. И я решила, что эта песня, наверное, про меня, про астролога. Ну, вообще, без музыки как-то странно. Да, но у нас ютубная версия, поэтому, да? Говорю, будешь без музыки петь. Это вообще огонь. Un gatto bianco con gli occhi blu, un vecchio vaso sulla TV, nere il fumo delle candele, due guance rosse, rosse come mele, a un tracontro la gelosia, una ricetta per allegria. Ma nelle stelle, che cose buono solo, cose belle, mamma Maria, mamma Maria. Да, супер, супер, все. Ты мне подбиваешь? Света у нас там меряет платье. Ну и потом, конечно, мне почему-то захотелось еще исполнить песенку. Это действительно произведение, шикарное. Ну, на Валерия Леонтьева замахнуться, это вообще, конечно, риск, да. Как if you gamble, you risk losing money, как говорят англичане. Мне очень нравится вот эта песня «Дельтаплан». Очень. Она в 80-е годы, как раз то, когда я родилась, и итальянцы во все форточки пели, и Валерий Леонтьев. Да. Вот. Но вот эта песня... Меж нами памяти туман, ты как во сне... Ты как во сне, наверное, только дельтаплан поможет мне, поможет мне. Наивно это и смешно, но так легко моим плечам уже
зовет меня в полет, мой дельтаплан, мой дельтаплан, мой дельтаплан. О, этот час, когда крылом одним сближаем мы грядущие с былым, когда внизу плывет земля, плывет земля, как будто детство дым, нежна не память и туман ты, как во сне. Слушай, ну вот то, что ты сейчас рассказала, мне кажется, это для многих, кто услышит, может быть примером, как бывает в жизни, как раз тот момент, когда тебе нужно быть в нужном месте и в нужное время. Угу. Что касаемо, что ты встретила этого человека, вот этому фильм. Женщина, квантовый психолог. Вот. А потом ты встретила того, кто тебя попросил эти песни к тебе прислать, же ты еще не дорассказала. А, ну мужчина, да, этот, естественно. Побежал за тобой. Он мне потом еще звонил неоднократно. Я говорю, вы понимаете, я не певица. Но у меня есть, я в школе училась на аккордеоне, это закончилось все в 14 лет. Я аккордеон вот так сложила, и больше я его не доставала. И с музыкой моя дальнейшая деятельность никак не была связана. Я никогда не ходила, не занималась. То есть у меня, ну, то есть не было к этому прям вот такой явной тяги. А сейчас, когда уже... Что-то появляется. Да, уже взрослые дети, побольше свободного времени, побольше денег. И вот здесь вот как раз вот эта творческая волна, она начинает все-таки... Вот это уже другие, скажем так, реализации наших потребностей. То есть мы уже не думаем о хлебе насущном, уже хочется что-то творить, создавать, радовать себя, нести в этот мир красоту, какой-то свет. И вот мне нравится, Ваня, вот то, чем ты занимаешься, потому что вот эта культура, вот мне очень нравятся слова одного знаменитого человека, не помню, кто говорил, профессор какой-то, кстати, московский, что можно притвориться глупым, можно притвориться бедным, но невозможно притвориться интеллигентным человеком. И вот то, что Ваня несет через свой канал, вот эту красоту, это ведь мы покупаем не вещь, мы покупаем эту энергию. Ну, она очень дорогая. И бриллиант, он дорогой не потому, что он, да, долго там химические процессы, да, он там долго в земле. Мы покупаем энергию, а энергия — это самая дорогая валюта в мире. И на это состояние, на те вещи, которые мы окружаем вообще себя вот этой красотой, приходят ресурсы, возможности, вот это вот... Это дает свои результаты, одним да, словом, да? Приходит вот это мощное ресурсное состояние, ты начинаешь жить полной, яркой жизнью, угу. Испытывать эмоции, радоваться, ну, вот радость. Ты важный момент выразила сейчас, да. Да, да, потому что, да, можно кушать пластиковыми ложками, но поверьте, да, вот... Это другие ощущения. Как говорят англичане, there is not comparison, вне всякого сравнения. Когда мы пьем чай вот с такой прекрасной кружки, ну, тут уже автоматически даже осанка выпрямляется на каком-то, я не знаю, генетическом уровне, а мы все с вами дворяне в прошлом, однозначно, мы попадаем в свою среду. И тут Остапа понесло. Сейчас зрители тебе напишут, что это чашечка все же. Чашечка. Ну, не... я начинающий. А это тебе не в укор. Ты сказала гораздо важнее, сейчас вещи гораздо важнее. И вот этот момент, я почему на нем заострил, потому что многие заостряют внимание на мелком, а не видя глобального, то, о чем мы сейчас вели речь, вот выше все сказанное. Да, да. Поэтому что... тебе спасибо за все, что ты это сказала. Благодарю. Если кому-то было это интересно послушать, может быть, что-то каждый для себя. То мы продолжим. Да. До скорых встреч. Чао. Спасибо, Анеля. Спасибо. Ну, это мы сейчас их рассматривали, поэтому они рядом, кеды. Света надела платье, там у нее мероприятие, в общем, берет. Ты его берешь или еще будешь мерить там как-то?
Вот это возьмешь, да? Ага. Она хотела красное, было такое же, но красное продано. Кстати, у меня ткань есть, я, наверное, восстановлю эту красную. Конечно, красная. Вообще вот этот фасон, вот эта вот модель, вот эта, да, просто великолепно, волшебно. Ты очень красиво завязала бант, правильно. Девочки некоторые одевают и неправильно его завязывают, а ты прям как надо все сделала. И самое главное, что вот эти платья, ну вот, вот это именно, можно себя тут не ограничивать. Размер такой, что даже подойдет девушке и там и 36 размер, и 48 размер. Так значит, я в него влезаю, Светлана Владимировна. А это тот же размер, как и синяя, голубой. Тогда я тоже его примерю. Да, великолепно. Сейчас идет фестиваль усадьбы Москвы. Ну и вот мы хотим пойти в этот, во дворец. Mm. Ну да, там эти форматы красивые, дворцовые. Да. Фотографии, да, поделать очень красиво. Королевишны, да? Да, и видео даже можно заставить. Да, красиво, Света. Ты начинаешь себя чувствовать совершенно по-другому. Вот прям женская энергия идет. Я очень сильно это стала ощущать. Вот вчера мы вечером пошли, дождь, я одела спортивный костюм. А я вообще перестала уже как 3 года носить брюки. Я очень сильно почувствовала разницу, когда ты потом одеваешь брюки, и как это, платье, да, и потом брюки одеваешь, и прям все меняется, и походка, и поведение, все. Ну, а когда ты одеваешь вот такие платья, это, знаешь, это... Прям на уровне ощущений тела тебя это выпрямляет. Ну, я бы даже сказала, возносит. Возносит. Немножко. Вот эта женская энергия, про то, что говорят, она вот начинает прям играть. Раскрываться. Слово такое, концентрировать? Циркулировать. Да, да. Тем более, когда, ну, я тоже это чувствую, я чувствую энергетику, очень важно, кто эту вещь создавал. Очень важно. Mm-hmm. Одну вещь я беру, у меня даже я чувствую... Хочется положить, да? Хочется положить, потому что я и еду чувствую, да, иногда в ресторане есть не могу, потому что чувствую, допустим, там... Я просто на кухне даже как-то ресторанной бывала, практика у меня была. И повара, когда готовят, ругаются, там, говорят о болезнях, вот это все. И люди, кто не знает, что такое энергия, да, они могут просто не ощущать. А я это наблюдала. Потом приносят блюдо официант, а человек начинает кушать и говорит: ой, все, я не буду. Невкусно. Хотя это его любимое блюдо. Да, да, да. И он приходит неоднократно и заказывает именно его. И вот когда они... А я это все наблюдаю. Ну, я практиковалась в гостиничном, гостинично-ресторанном бизнесе в прошлом году. И пронаблюдала это все. Вот так это работает. Также и с платьями, вообще со всеми вещами очень важно. Кто это делает, какая энергия в этот момент закладывается, о чем человек думает, какой образ он сюда вкладывает, это я мне... одеваю. И вот энергию, которую закладывает Иван, ты на самом деле, ты начинаешь чувствовать себя королевой. Света, ты знаешь, наряду с тем, что мне сейчас вспомнилось, почему вещи каких-нибудь там футболистов известных дорого стоят, их покупают, их... Когда они умирают, они еще дороже стоят. Почему и картины? Это та же самая история. Это энергия. Она на самом деле есть. Вот. И вещь, она накапливает энергию. Что чашечки, что стульчики. Это очень важно. Это действительно накапливает энергию. У меня есть счастливое кресло руководителя. Я серьезно говорю. Я как-то купила кресло. И у меня начинались события, я начала расти. Вот. И с этим креслом я переезжала, и оно я никого не пускала, я знаю, что это такое, я никого не пускала садить на это, чтобы садились на это кресло.
И на это кресло я сменила в Москве 8 мест офисов компании. И я с ним вместе росла. И в него, вот кто чувствует, садится это, да, говорит. Сразу директор. Да. То есть вот эти все вещи, они действительно накапливают энергию. И какой образ мы думаем, вот оно закладывается. То есть когда магию изучала и все это практиковала, это действительно берешь энергию, образ заложишь. Но люди многие делают это неосознанно. И очень важный момент, друзья. Вещи просто раздавать, ну, кто раздает, он отдает свою энергию, свою удачу в том числе. Вот. Вещь нужно или носить, передавать по наследству, перешивать и тому подобное, или сжигать, если вы не хотите. Многие режут. Да, нет, сжигать. Именно сжигать, тогда вы свою энергию, ну, когда режешь, ты ее кромсаешь. А так ты ее аккумулируешь. Аккумулируешь, и она, ну, как, отправляется во Вселенную, и можешь ее даже прям собрать. И обратно себе, чтобы твое благосостояние, удача, твоя энергия была с тобой. Это очень важный момент, да. Ну, а такие платья, это действительно, ты одеваешь из рук Ивана много лет. Я носила эти платья, И костюмы у тебя были, пальто мы с тобой шили. И пальто зеленое, чего только мы не шили. И мой рост, он в том числе вот с этим, да, связан, потому что Иван вот закладывал вот своими руками, своими мыслями вот эту положительную энергию, удачи, благополучия. У него очень такое сердце доброе и даже... Я знаю, что ты мыслишь образами, и именно образами благосостояния, благости, благости. Ну да, да, да. Ты даже всех женщин... Тяга моя красоте и роскоши. Да, ты всех женщин своих называешь королевы. Ну да, так и есть. Я действительно чувствую себя королевой. Что и очень приятно. Чего и хотелось бы достигнуть, да? Да. Ну ладно. В общем, поделились девочки своими важными моментами, да, девичьими. Надеюсь, кому-то будет это интересно, и даже догадываюсь, кому. Mi piace molto bene. Che grazie, che buena, che bonito. Io voglio cantare italiana musica. Con te partirò paesi che non ho mai veduto ni vissuto con te. Adesso sì li vivrò. Хорошо, очень тебе хорошо. Вот. Ага. Отойди, уйди туда вдаль, пожалуйста. Вдаль? Вдаль, ага. Чтоб ты была в полный рост. Еще уходи, еще. Подсвечники. Ага, там все есть. Да. Очень оно тебе хорошо. Встань вот так. Вот так. Угу. Но больше к нам развернись. Вот так. Угу, вот, изумительно. Угу. Супер. Ивану, io voglio hacer la foto per me. Это Света пусть тебя фотографирует. Per me. Пусть Света от тебя отпармит. Ну да, конечно. Света там другое надела платье. Ой! Она в другом уже там. Да, мы тут вообще две пивы. Ну, в общем, пусть. Я их оставлю, пошел свои дела делать. Иди. Мы вернулись с вами к розыгрышу. Время розыгрыша. Так, я уже все здесь загрузил. Там у меня сверлят, поэтому хочется быстренько снять, да и бежать на рынок. Пусть в этом кошельке деньги не кончаются. Ну, чего еще лучше можно пожелать? Вот, слышите, сверлят. Сейчас мы узнаем победителя, и я оглашу следующий предмет на розыгрыш. Итак, у нас победитель...
Галина Обухова. Галина, поздравляю вас. Кошелечек поедет вам. Напишите мне во ВКонтакте ваш адрес. Мой ВКонтакте указан здесь. Ссылочки под этим видео в первом прикрепленном комментарии. Там ссылки на все мои соцсети. А следующий розыгрыш у нас вот на этот воротничок пришивается. Видите, плечевым. А, чтобы понимать, то можно пришить... чтобы не распарывать швы, просто подогнув вот это и потайными пришить. То есть вот эту вот эту историю просто подогнуть и потайными пришить плечевым. Можно на открытое как раз закрыть, очень глубокий вырез закрыть. А можно уже подобрать именно на такую горловинку по форме данного воротничка. Ну, в общем, разберетесь. Вы же у меня королевы. Сами все понимаете. Очень красивый воротничок. Хоть на белую блузочку. Очень красиво было бы на, допустим, синюю в горошек, в мелкий горошек. Ну что ж, жду ваши комментарии со словом винтаж. Давайте будет слово винтаж. Ты написана рукой Рафаэля Белладонна. Понимаю, что влюблен. Ты не будешь благосклонна, не дождусь любви ответной, не коснусь руки изящной. Ты Сикстинская Мадонна, образ светлый настоящий. Ты Сикстинская Мадонна, образ светлый настоящий.